Я запрошую до слова Заміра Начкебію, директора компанії «Базис» із темою «Метаморфоза упаковки. Шлях від ідеї до реалізації». Добрий день. Большое спасибо. Что хочу сказать? Дочка спрашивает, что такое конференция? Я говорю, это когда собираются самые умные люди в одном большом зале и говорят об упаковке. И мне тоже приятно быть, почувствовать при этом умным при вас. Я сейчас хочу сказать свое мнение. Чтобы не было скучно, я подготовил очень много видеофильмов. Давайте посмотрим на это. Супермаркет. Идем. Мороженое похоже, да? Я взял один продукт, мороженое, и просто показываю это. В якій країні? Это в Испании. Страна не имеет значения, потому что я сейчас взял один продукт в ритейле и просто показать этот продукт, что собой представляет. Потому что у нас есть очень много стереотипов, что у нас есть, что у нас идет, какое у нас население, какие тенденции. И у нас есть... Вот есть какие-то закономерности, очень много отговорок. Вот давайте посмотрим. Смотрите, какая красивая упаковка, как она лежит. Пусть она так лежит, не столь имеет значения. Девушка сюда выходила и рассказывала про функциональность. Помните? Ага. А здесь заполнено полностью. Какие-то брикеты залиты. Вообще залиты мороженое. Виктор Иванович, это ваша тема. Сразу картон. Такой вот. Короче, вот. Раз, два, три, четыре мороженого. Ни одного штучного продукта. Не то, что их продавали. Я хочу сказать, что штучное мороженое там есть. Но это все продается при домовых магазинах. Формат, как у нас типа кола. Я к чему это все хочу показать? Я показал один супермаркет, один продукт. Мы говорим, что мы европейская страна, мы идем туда. У нас есть еще госграница. Но с точки зрения культуры потребления, наш украинский потребитель от европейского потребителя ничем не отличается. У нас одинаковая культура потребления. Я что хочу сказать? Вот посмотрите. Вот таблица. Этой таблице 10 лет. Вот 10 лет назад мне человек задал, который занимается консалтингом, вот чем ты занимаешься? Чем занимается ваша компания? Я постарался, ну, побегать, поискать, дать на него ответ. Что-то нарисовал, посмотрел здесь, посмотрел статьи. Вот три вопроса, к которым идут наш рынок, европейский рынок, ритейл. В соответствии с этим принимаются все законы, законодательные базы, требования и так далее. Первое – это оригинальная упаковка в каком-то контексте этого. Второй вопрос – семейная упаковка, групповая упаковка. И третий вопрос – это должен лежать на шоу-боксе. И все это через эффективность. И для того, чтобы иметь 10-летний план развития, для этого ничего не надо иметь. И любая компания этим может воспользоваться. А теперь посмотрим следующее. Вот есть вот эта картина. А теперь, когда происходит изменение в упаковке? Вот картина. Это вопрос, который я задаю вам, когда вы инвестируете, когда предприятие инвестирует,
свое производство с точки зрения, чтобы изменить упаковки, я задаю вопрос, зачем? Зачем вы решили потратить эти деньги? И всегда, по любому вопросу, вот она куда-то попадает. Куда, то есть почему мы меняем упаковку? И даже здесь очень много нету, когда новое производство открывается там и так далее. Она приблизительно даже перечислять не буду. Вот можно вот так вот посмотреть. На закордонные рынки могут измениться, там экологичность человек хочет, чего-то хочет, ну мы чего-то его меняем. Понятно, да? Теперь идем дальше, потому что я теперь закладок очень много делал. Я хочу показать, как это происходит. Как это происходит? Вот я руть показал. Вот мы идем один вопрос. То есть семейная упаковка, групповая упаковка. Почему? Потому что надо продавать на экспорт. И вот компания, вот она делала это вручную. Понятно, что здесь. Но тенденция есть. Но это есть не для нас. Это есть туда, на экспорт. А вот посмотрите, как меняется упаковка. Вы этот продукт видели в супермаркетах. Это Корекс. Корекс эфир фета. Обычно это идет в обечайке. И вот компания берет, почти год тратит на то, чтобы поменять эту упаковку. Почему? Потому что если сыр фета с обечайки выпал, это испорченный продукт уже. Зачем создавать проблемы? И вот смотрите, человек уже в руках держит заклеенный со всех сторон. И еще вопрос. Дата стоит на продукте, он через окно смотрит. Компания поменяла упаковку. Это уже я снимаю. В чем вопрос? Есть небольшая компания в Ровнах. Она решила работать на экспорт. Продукт – это не просто сушки, а более дорогой, из там подовая. И вот что она сделала? Она заказала упаковку в бумагу ламинированную. Потому что она посчитала, что только вот так можно пробить брешь в Евросоюз. Для тех рынков. Спасибо Итаку за эту работу. Вы сейчас удивитесь. Это компания Polaroid. Видимо, в Нидерландах тоже стало проблемой с рабочей силой. Вот компания, его, представляете, я даже не думал, что 30 лет назад мы эту компанию знали, и она может собирать его вручную. И сейчас надо было сделать автоматизацию. Что с собой приводит автоматизация? Полная смена, то есть коробки, полная смена дизайна коробки, процесса коробки, отработки тех процессов. Вот, что получилось. Притом еще надо на Еврослоты повесить. А теперь есть еще один вопрос. То, что мы видим на полках наших, это коробка с домиком. И что такое коробка с домиком? Да ничего такого. Можно вручную собирать, можно и так далее. Но люди меняют коробки. И просто с одним продуктом, когда мы говорим коробку с домиком, что можно сделать? Это мы в Австралию, то есть вот... компанию поставили. Вот смотрите, то есть процесс идет вот так. Процесс может быть разным. Получилось домик. Я сразу положил фотографию. Это все вариация одной и той же коробки. То есть нам надо... То есть вопрос фантазии, вопрос решимости, вопрос желания делать ребрендинг, и мы получаем уже совершенно другую картину. Я хочу что сказать. Вот посмотрите, предпоследняя коробка – это этот, как его, мандалис. Вот она выступила сейчас в Европе, есть такая коробка. Это тоже домик. А последняя коробка – это стрела. Кто бы мог подумать, конфету-стрела, у нас ничего не приходит в голову, потому что кроме вот этого обязательно круглой надо положить. И это как для расширения ассортимента компания сделала, то есть номер один упаковки, она придумала вот такую сверху зубиками, значит, там сверху зубиками вырубка, и в результате получается вкусы разные, форматы разные, но есть такое дизайнерское решение, которое позволяет делать продукт уникальным на полке. Вот эта коробка тоже справа, тоже вариация этого же коробки домика. То есть, вы знаете, можно придумывать постоянно.
По поводу семейной упаковки. То же самое попкорн. Вот смотрите, по второму, вот по этой таблице, соответствует по второму вопросу, вот она слева. Групповая упаковка. А что касается справа, это вот сельпо я купил. Это в Болгарию сейчас мы делаем, а вот это сельпо купил. Ну его же можно положить в шоу-бокс. Его же можно положить в шоу-бокс. Вот я еще один хочу пример показать. Это полка в сельпо молочных продуктов. Ну, наверное, здесь тоже есть молочники. Ни одного шоу-бокса. Вот дай Бог здоровья этой компании и прибыльности. Вот она решила поломать эту традицию. То есть не ждать, когда с него сети что-нибудь хотят. То есть первым выпустил, то есть сразу автоматизировать и процесс. И сразу положить его не только в транспортировочную тару, но сразу было шоу-боксом. Если компания, то есть сети захотят, чтобы это было, лежало в шоу-боксе, она будет лежать в шоу-боксе. Если это хочет просто транспортировочная тара, она будет у нее как транспортировочная тара. Я извиняюсь, я вернулся обратно к этой схеме. Я рассказывал о том, что этой схеме 10 лет. А теперь вот вопрос. Вот до этого я показывал другую схему. Почему инвестируете в изменение упаковки, трансформацию упаковки? Если посмотреть по принципу Парето 80 на 20, 80% это метод принуждения. То есть сети говорят, дистрибьюторы говорят, экспортный директор говорит, нужно вот это менять. То есть это в компании плохая весть. То есть что происходит? Помните, что делали султаны, когда приносил кто-то плохую весть? Голову отрубали. Вы представляете директора коммерческого, который бежит к коридору, директор говорит, аллилуйя! Весть какая! Нам надо менять. И у него все враги. Почему? Потому что враг дизайнерский отдел, надо менять работать. Производство надо менять работать. Финансовому директору надо менять работать. Директору, конечно, надо менять. Представляете, здесь и кадры, и ТЦК, и электроэнергия, газ, НДС заблокировали. А еще надо упаковку, он приходит. Это первый враг компании. Надо менять. Как менять? Но я говорю, что вот 80% это происходит в результате принуждения. Принуждение всегда что порождает? Отторжение. Отторжение, потом идет осознание. Осознание, потом идет решение. Извините, это что? Это потеря времени. Потеря времени – это хуже, чем потеря денег. Потому что это самый ценный ресурс. Это время. Это время. И вот сейчас и результат. Мы опаздываем, а в связи с войной нам придется догонять. А теперь вопрос. А что в этом поменяется через 10 лет? И вот сегодня, в 24-м году, я вам здесь стою, я вам говорю. Могу отвечать, могу проспорить на бутылку вина. Не поменяется ничего. Этому и искусственный интеллект не повлияет. Я вам слово даю. Она вот так и останется. Она просто будет углубляться, обчищаться, улучшаться. Но это вот так и останется. И что нам делать? Знаете, что хочу сказать, что нам делать? Что? Это есть основа маркетинга. Это есть то, что называется позиционированием. Ответы на эти вопросы есть ответы на позиционирование. Это отстройка от конкурентов. И это самое главное. И если на предприятиях существуют какие-нибудь планы, они должны основываться именно на этот вопрос. Если мы говорим, что, конечно, телега, то есть лошадь впереди телеги. На этом основывается. Если этого нету, то есть по поводу изменения упаковки плана, и нету хотя бы трехлетнего плана, тогда что это? Может быть бюджет затрат, это может быть канал избыта. И тогда какой тогда финансовый план? Какой инвестиционный план компании? Ну какой есть, такой есть, который нас устраивает.
Но я думаю, что для того, чтобы нам интенсивно развиваться, нам нужно, чтобы у нас по каждому продукту на ближайшие 3 года был ответ. Вот берем один продукт, птичье молоко, к примеру, по птичьему молоку. То есть как он соответствует первому вопросу, как он соответствует второму вопросу, как он соответствует третьему вопросу. И тогда идти так. Во всем остальном случаях и надо на это иметь время. Под это можно собрать команду, под это можно собрать и творческим потенциалом управлять. А если этого нету, нас всегда будут принуждать. Мы все будем делать в аврале. И нам будет очень тяжело догонять. Ждать и догонять – это самое сложное. Большое спасибо. Дякую велике, Замир Гурамович. Оживили публику. Дійсно цікаві рішення.